Друзья, рад всех приветствовать, и тех, кто уже знает меня, и тех, с кем только предстоит познакомиться. Меня зовут Игорь Марков, я зарабатываю в интернете уже более 7 лет и обучаю этому людей. 2 года назад я пригласил к себе в команду 4 специалистов, профессионалов своего дела, и мы запустили 2 уникальных проекта по заработку в интернете с нуля. Мы набрали закрытую группу из 60 человек, каждого из них обучили, и общий заработок за первый месяц работы в каждом из проектов составил более 3 миллионов рублей чистой прибыли. Это в среднем по 100 тысяч рублей на каждого участника группы. Представьте себе. И сегодня мы с моей командой запускаем наш 3-й совместный проект по заработку в интернете, который мы назвали «Почтовый робот». Эту систему мы полностью протестировали на себе в течение 2 месяца, получили отличные результаты, доработали сложные моменты, и теперь она готова зарабатывать для вас от 5 500 рублей в день полностью в автоматическом режиме. Наверняка вы уже не раз слышали подобные предложения, и скорее всего в конечном счете все это оказывалось обычным надувательством. А если вы и покупали что-то, то наверняка кота в мешке, надеясь на правдивость обещаний автора чудо-методики, ну и ничем не подкрепленных. И вероятнее всего у вас сложилось некое недоверие ко всем этим системам заработка в интернете. Но раз вы зашли на мой сайт, значит вы прекрасно понимаете, что деньги в интернете есть. И вам просто нужно понять, как их оттуда вытащить. Именно по этой причине я решил полностью раскрыть суть работы системы и самого заработка еще до того момента, как вы совершите покупку. Чтобы у вас не осталось ни капли сомнений в том, что вы сможете зарабатывать от 5 500 рублей ежедневно, тратя на работу не более 10 минут. Итак, в чем же заключается суть работы системы «Почтовый робот» и в чем секрет заработка? Всем известно, что люди постоянно что-то покупают в интернете. И вы наверняка тоже что-то покупали недавно в интернете или будете покупать в будущем. Ежедневно создаются 1000 заказов, но не все из них покупатели оплачивают в силу различных причин. Не устроила цена, не хватило мотивации, не нашел подходящего способа оплаты или просто отвлекся и забыл. Хотя изначально человек хотел приобрести этот товар. И таких недоведенных до оплаты заказов очень и очень много. И мы будем помогать таким людям совершать покупку даже по более выгодной стоимости и зарабатывать на этом от 50% от оплаты покупателя. Мы не будем лично общаться с покупателем. Все это будет происходить в автоматическом режиме с помощью сервиса приема платежей и специальной лицензионной программы, которую мы разработали нашей командой и которая не имеет аналогов даже близко. Мы постарались сделать максимальную автоматизацию, чтобы вы могли тратить на работу не более 10 минут в день. Сейчас я продемонстрирую, как работает программа и как происходит заработок. И вот сейчас я нахожусь в платежной системе Glopard. Через нее мы будем получать наши заработанные денежки. Через нее же мы будем выводить на свои электронные кошельки или банковские карты. Я предварительно вывел все свои заработанные деньги. Сейчас у меня на счету 0. Я подготовил программу, я выбрал товар, по которому есть неоплаченные заказы, настроил программу, и сейчас осталось только ее запустить. Программка имеет вот такой несложный интерфейс. Все, что нужно, это ее запустить. Нажимаем ОК. Программа запущена, здесь отображается то, что программа делает в данный момент. Получены сведения по неоплаченным заказам, и сейчас каждому из клиентов на его почтовый ящик отправляется письмо, который он прочитает и совершит оплату. На данный момент неоплаченных заказов у нас всего 20. И вот идет отправка по каждому заказу письма. И вот программа завершила отправку всех писем и сообщила нам об успешном выполнении задачи. Ее можно закрыть. И сейчас все, что нам остается, это ждать результата.
Но я не хочу вас томить длительными ожиданиями и покажу вам, какой результат вы получите уже в первые часы. Давайте подождем ровно 2 часа и посмотрим, будут ли продажи и сколько мы сможем заработать за первые 2 часа после запуска нашей программы. Сейчас 16:33. Через 2 часа я продолжу запись. Итак, 2 часа позади. Сейчас у нас 18:36. И давайте проверим, удалось ли что-то заработать нам за эти 2 часа. Страничку я еще пока не обновлял. Сейчас я это сделаю. Так, отлично. За 2 часа работы программа нам принесла 1325 рублей. Это, наверное, 2 или 3 продажи. Хороший результат за 2 часа работы. И давайте сразу эти денежки мы выведем. Так, в меню выбираем вывод средств. У меня сумма доступная 1325. И у нас есть несколько вариантов, куда мы можем выводить. WebMoney, Kiwi, Яндекс, Payeer, OKPay и банковская карта. Я обычно использую либо WebMoney, либо банковскую карту. Кто-то использует Kiwi или Яндекс. Ну, давайте сейчас выведем, например, на Kiwi. Сейчас посмотрим мой кошелек Kiwi. Там, по-моему, ничего сейчас как раз нету на нем. Так. А, ну есть 220 рублей, но ничего страшного. Значит, нажимаем «Вывести средства». Выбираем Kiwi кошелек. Нажимаем «Заказать». Сейчас мне придет смс-очка с подтверждением. Ждем смс-ку. Так, пришла смс-ка с кодом подтверждения. Вводим полученный код, нажимаем «Подтвердить». Все, заявка отправлена. Написано: вывод средств еще в процессе. Дождитесь его завершения. Ждем. Можно, в принципе, обновить страничку. Так, все. Денежки у нас вывелись, и теперь они должны поступить на наш Kiwi кошелек. Давайте проверим. Обновляем страничку в Kiwi кошельке. И видим, что денежки уже поступили в наш кошелек. За исключением комиссии, там 7%, по-моему, вывод на Kiwi. Вот и все. За 2 часа программа нам заработала 1300 рублей. И я сразу вывел ее на свой Kiwi кошелек. И обычно продажи идут более активно в первые 8-12 часов после того, как программа сделала рассылку по клиентам. Пик – это где-то, наверное, 6 часов после того, как программа завершила свою работу. Вот. Ну, поэтому смело можете умножать вот, заработанную сумму на 4 на 5. Почему же это работает? Вы слышали про принцип win-win? Это когда в какой-то сделке обе стороны получают выгоду. Например, когда вы покупаете шоколадку, вы получаете шоколадку, а продавец получает деньги. Вы довольны, и продавец доволен. А вот если бы вы заплатили деньги, но не получили шоколадку, тогда продавец остался бы доволен, а вы нет. И это уже не принцип win-win, так как в плюсе только одна сторона. В случае с нашей системой работает так называемый принцип 4-win, так как участвуют 4 стороны. Посмотрите на схеме. Покупатель получает выгоду от того, что он купил товар, да еще и со скидкой. Продавец продал товар и не потратил свое время на работу с этим клиентом. Платежная система получила свой процент со сделки. Вы получили свою комиссию с оплаты заказа покупателям. Все остались довольны. Если привести схему работы системы, то она будет выглядеть так. Вы запускаете систему один раз в день. Почтовый робот принимает и обрабатывает заказы, высылает письма клиентам. Клиент получает письмо и оплачивает свой заказ.
Платежная система начисляет вам от 50% с оплаты заказа клиентам. Вы выводите заработанные деньги на карту или электронный кошелек. Я сам лично тестировал работу системы в течение 31 дня, и вы можете посмотреть мои результаты на сайте ниже. Также там есть результаты наших учеников, которые входили в тестовую группу, они описывают, что они делали и сколько заработали. На сайте есть все мои контакты, мобильный телефон, почта, страница ВКонтакте. Я лично отвечаю за качество работы системы, и вы можете задать любой вопрос напрямую мне, если не нашли ответа на сайте. Но прошу вас не звонить по таким вопросам, а правда там, что это работает. Отвечу сразу, да, это работает, это подтверждено результатами наших учеников и наших первых покупателей. Конечно, если вы не нашли ответа на сайте, то можете мне или написать, или позвонить, я буду рад вам ответить. Что вы получаете после оплаты? Вы получаете пошаговый видеокурс, состоящий из 7 уроков. Вам нужно просто следовать шаг за шагом для получения результата. Вы получите лицензионную программу. В ней встроена защита от копирования, и поэтому пользоваться ей могут только те, кто приобрел нашу систему. Вы получаете техническую поддержку. Если у вас возникнут какие-то сложности в процессе настройки или работы системы, вы можете написать или позвонить напрямую мне. Все в совокупности это дает вам возможность зарабатывать от 5500 рублей ежедневно, причем тратя на работу не более 10 минут в день. Итак, друзья, сейчас очень внимательно. Продажу системы «Почтовый робот» будут проходить всего 21 день, то есть 3 недели. В первую неделю мы отдадим 15 копий из 30. Во вторую неделю продаж мы отдадим всего 10 копий. В третью неделю мы отдадим последние 5 копий. И при всем при этом, каждую неделю стоимость будет повышаться ровно в 3 раза. Почему именно так и почему не бесплатно? Как я уже говорил, мы не ставили себе задачу заработать на продаже этой системы, да и сильная конкуренция явно не нужна. Поэтому только 30 копий. Почему не бесплатно? Потому что все, что бесплатно, не ценится. А нам нужны люди, которые умеют ценить труд других людей, которые хотят развиваться, зарабатывать и стремятся к этому. И таких людей мы готовы приглашать в наши более масштабные проекты в будущем. Поэтому если вы тот самый целеустремленный человек, который хочет расти и научиться стабильно зарабатывать в интернете, не теряйте такую возможность и успейте получить свою копию системы «Почтовый робот» прямо сейчас. Для этого нажмите кнопку «Получить систему», выберите подходящий способ оплаты и станьте частью нашей команды раньше других. Я уверен, что вы сможете принять правильное решение, иначе вы бы не стали смотреть это видео до конца. Сделайте свой правильный выбор прямо сейчас.